я думаю, что эмоции, они никогда не должны быть призывом к действию. А все-таки весь комплекс тех вот моральных каких-то качеств, устоев, о которых я вообще, в которых я убежден, это не навредить. А соответственно, не навредить надо обязательно с холодным сердцем, потому что эмоции пройдут, потом наступит протрезвление, как говорится, похмелье от содеянного. Поэтому лучше переждать, лучше переосмыслить и на добром сердце принять решение. А человек — такое существо, которое по своей природе должно уметь прощать и созидать. Поэтому вот чем бы быстрее освоим вот этот вот замечательный процесс, называемый добротой и любовью, тем легче нам с вами будет жить всем.